Пакідаем зал. Суд у Менску прысудзіў 2 гады калоніі журналісткам тэлеканалу «Белсат» Кацярыне Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Іх прызналі арганізатаркамі парушэння грамадскага парадку за відэатрансляцыю, як сілавікі разганяюць акцыю памяці Рамана Бандарэнкі. Ну гэта, калі параўнаць, разумееце, калі б вот у 93-м годзе танкі абстрэльвалі Белы дом расійскі, і калі вот журналісты CNN там на той момант вялі жывую трансляцыю, так вот можна іх абвінаваць, што яны вінаваты ў смерці людзей, якая там адбылася. Праваабаронцы прызналі журналістак палітзняволенымі і патрабуюць іх неадкладнага вызвалення. У іх падтрымку выступіла міжнародная супольнасць. Мне кажется, што намерэнне, оно направлена на то, чтобы остальные журналісты боялись приходить на акции протеста и снимать. То есть вот вам сигнал, ваша жилетка журналиста вас теперь не защищает. Она, наоборот, усиливает вашу ответственность. Если обычный протестующий мог получать там 15 суток, то ты как журналист получишь 2 года. У суде над журналистками обвинувачення представляли зусім молодые люди. Новое прокурорское поколение, якое прымае присягу, наставляе асабіста генеральный прокурор Андрей Швед. Молодые девушки в открытых процессах доказывают вину тех негодяев, которые били, прошили, ломали, поднимали руку на правоохранительные органы. Сегодня настолько важно, чтобы вот внутреннее содержание прокурорского работника соответствовало тем жестким, но объективным критериям, которые предъявляются в целом правоохранительной системе к судопроизводству. На суде ў Берасці прокурор запатрабаваў 10 год для Александра Кардюкова, сведкі забойства Геннадзя Шутава, якога 11 жніўня застрэліў вайсковец з Мар'інай горкі Раман Гаўрылаў. І тут так і лежыць, смотри. Да, застрэлілі, походу. Сабакі, давай скорую вызовем. На суде стала вядома, хто загадаў выкарыстоўваць узброеных вайскоўцаў падчас пратэста ў Берасці. Гэта камандуючы войскамі сілаў спецыяльных аперацый Беларусі генерал-майор Вадзім Дзенісенка. В нашай стране ні адзін пісталет не стреляет, ні пушка, ні самолёт не взлетает без санкцій верховного главнокомандующего. Глава государства посчитал, что это мятеж, что это пролог гибридной войны, за которой последует агрессия внешних государств, то есть Польши, стран Балтии и так далее. Ну, во всяком случае, он так заявлял. Отсюда и привлечение военнослужащих для наведения порядка. Когда военных привлекают к наведению общественного порядка вот, против протестующих, это заканчивается стрельбой и убийством. Они не обучены нелетально предотвращать вот эти конфликты с протестующими. Вот и произошло то, что произошло. У Менску судзяць колішняга кіраўніка Белгазпрамбанку Віктара Бабарыку і менеджара ў банку. Былога прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду вінавацяць у атрыманні хабару ў асабліва буйным памеры арганізаванай групай і легалізацыі даходаў. Паводле следства, усе абвінавачаныя, акрамя Бабарыкі, прызналі віну цалкам. Прызнанне віны кім-ліба или всеми, кроме Бабарика, абсолютно не доказывает его виновность. Во-первых, потому что там разный объем обвинения, разные действия инкриминируются им, да? Во-вторых, потому что признание вины людьми, находящимися в следственном изоляторе, под угрозой длительных каких-то сроков, ну, знаете, люди, каждый, наверное, подвержен страхам. Честно скажу, рассчитывать очень сложно на оправдательный приговор, поскольку мы все понимаем, что это политически мотивированное дело, как и все остальные. Поэтому, конечно, тут мне кажется, что, скорее всего, приговоры будут вынесены, и сроки люди получат. И потом, возможно, начнется торг там, политзаключенными, как любит Александр Лукашенко это делать. У Менску пачаўся суд над журналісткай Тутбай Кацярынай Барысевічай, доктарам Менскага шпіталя хуткай дапамогі Арцёмам Сарокіным, якіх вінавацяць у разгалошванні медычнай тайны. Сарокін перадаў журналістцы вынікі экспертызы, якая не знайшла ў крыві забітага Рамана Бандарэнкі слядоў алкаголю. Афіцыйная ж версія настойвае, што ён быў п'яны. Когда умер Роман, я как раз тоже была на дежурстве, я работала, и я каждую минуту мониторила историю болезни его, проверяла, в каком он состоянии. Вот. И если бы кто-то меня спросил о каких-то данных, там журналист, например, я бы сделала абсолютно то же самое вообще. На его месте
мог быць любой нармальны доктар з нашай больніцы. Суд над Катерыной Борисевич и Артемом Сорокиным зарабили закрытым. Там вчера или позавчера возбудили дело против по поводу Ромы Бондаренко. И что, мол, это будет разглашением тайны этой. По факте гибели Романа Бондаренко завели криминальную справу про 100 дзён после ягонай смерти. У справе фігуруюць цялесныя пашкоджанні, якія прывялі да смерці па неасцярожнасці. Адразу агаворваецца, што супрацоўнікі ўнутраных справаў не пры чым. Адпусціце чалавека! Што вы тварыце? На гэтым тыдні прайшлі ператрусы ў дамах і офісах праваабарончага цэнтру «Вясна», Беларускай асацыяцыі журналістаў і незалежных прафсаюзаў. Адкрывайце міліцыю, не ламаем дзверы. Ну, мне показали постанову на пиратрус. В постанове было написано, что криминальная справа расследуется по 342 артикулу. Это организация групповых деяний, которые грубо порушают массовый порядок. Вписывается целиком в логику репрессии, в логику опошних подеев. Ну, то есть спочатку переследуют политическую позицию, потом журналистов проборонцев. Так было и в 10-м годе, в 11-м. Так отбывается и зараз. Заходнія амбасады ў Беларусі запатрабавалі спыніць пераслед грамадзянскай супольнасці краіны. ЗША і Вялікабрытанія дадаткова ўвялі санкцыі супраць амаль паўсотні прадстаўнікоў беларускіх уладаў. МЗС Беларусі назваў гэта дыктатам і ціскам. Рэпрэсіі не заставяць людзей змяніць мненне сваё о том, што з рэжымам нам новую страну не пастроіць. С режимом не согласны все, мы уже не сможем жить при диктатуре. Это уже четкое понимание у белорусов. И этот такой уровень репрессий, он только подстегивает людей к тому, что нам нужно добиться этих перемен. Это просто, когда ты сустракаешься со сворой собак, ты не повинен бояться. И больше за то, это и собакам на корысть. Калі ты іх будзеш баяцца, будзеш бегаць ад іх па раёне, яны цябе дагоняць, пагрызуць і іх адстрэляць ЖКХ. А калі ты проста паўз гэтых сабак будзеш ісці нармальны, спакойны, абсалютна ўпэўнены ў сваёй моцы, дык яшчэ гэтыя сабакі, разумееце, што стануць нармальнымі сабакамі. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.